Как правило, за зиму наш организм ослаб от пережитых инфекций и нехватки полезных компонентов. А потому неудивительно, что с приходом весны верными спутниками становятся сонливость, головокружение, усталость, нарушение сна и другие неприятные состояния. Как борются с дефицитом в организме эликсира в жизни брещане, мнения горожан очень разнятся. Самые лучшие витамины – это натуральные, а не те, которые, допустим, витамин Е, витамин С. Витамин D – это самое нужное сегодня. Я считаю витамины, я покупаю обычно, если что-то в аптеке. Фруктов побольше. Эти аптечные витамины – это не витамины. Надо естественные фрукты – яблоки, апельсины, мандарины. Не, я предпочитаю лекарства. Если витаминки, то с аптеки купить. С аптеки, да? Конечно, потому что даже сколько надо съесть там тех фруктов или что, чтобы дозу витамина получить. Конечно, у каждого свои секреты долголетия и здоровья. Разбирают по полочкам тему авитаминоза и медики. Как разбудить свой организм, исключив витаминную недостаточность. Все легко и просто. Не углубляясь в дебри медицинских терминов, врачи призывают употреблять в пищу несколько важных продуктов, богатых витаминами и полезными компонентами. Свекла, чеснок и еще стоит отметить, как орехи. Непосредственно наиболее рациональным и сбалансированным являются грецкие орехи. Квашеная капуста и вообще капуста. Это может быть и белокочанная капуста, цветная, брокколи. Продукт такой, как печень. Здесь мы должны отметить, что этот продукт, помимо богатого содержания витаминов, микроэлементов, еще содержит железо. Это важно еще для того, чтобы назначить правильную диету, у кого снижен еще гемоглобин. То есть помочь и помимо недостатка витамина еще с этим микроэлементом. Словом, вовсе не обязательно покупать дорогие витамины или налегать на тропические фрукты. Обойтись можно вполне привычными и доступными продуктами. Отдельного слова заслуживают цитрусовые, чеснок, лук и морковь. Должно употребляться с питанием и углеводы, и белки, и жиры. То есть в пропорции 3:2:1. То есть жиры, белки, углеводы. Значит, пищевой колораж должен составлять в целом для женщин 1500-2000 килокалорий, а у мужчин 2500 и выше. Все зависит от того, чем мы занимаемся, работа связана с физической нагрузкой или же она имеет сидячий образ жизни. Вообще, формула весеннего здоровья и бодрого самочувствия незамысловата. Активный образ жизни, рациональное питание и отказ от вредных привычек – идеальный выход из авитаминозного положения.